Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, по-мансийски это будет звучать «Пачелон». Это у нас волшебный сундучок. Он у нас будет рассказывать о мире детства Ханты и Манти. Волшебный, знаете почему? Не только потому, что там вещи лежат, а потому что эти вещи умеют, знают свою историю, умеют их рассказывать и загадки загадывают. Готовы? Да. Чем у вас любят играть девочки? Куколками. Правильно. Ханты и Манти девочки тоже куколками любили играть. Но наша куколка называется Акань. Она делалась либо из ткани, и по одежде куколки можно было определить, кого из нее сделали, ребенка или уже девушку, или женщину. То есть, видите, у нее бусы, платочек голову закрыла. То есть, а это уже не маленькая девочка. Вот это вот куколка. Видите, какая? Но это уже не девочка, это уже юноша. То есть, нет никаких украшений, просто рубаха. Как куколка называется? Акань. Помимо того, чтобы куколку шить, каждой женщине нужна была сумка. Женская рукодельная сумка называется тучан. Чтобы запомнить название и не коверкать его, да? Да. Давайте вместе повторим. В этой сумочке хранились принадлежности рукодельные, которые нужны были женщине, чтобы шить одежду, шубу, девочке, чтобы куколку шить. С одной стороны не находилась игольница, с другой – колечко либо косточка, чтобы хранить нити. Ниточки делались из сухожилий, поэтому по-хатайски называется тан. Тан. Для самых маленьких, чтобы у них развивалась моторика хорошо, делали вот такие вот игрушки. Это юла. Можно делать так, можно делать вот так. Как у вас теперь называется юла? Обычная. Юла в руках все крутит. Спиннером никто не играл, что ли? Я. А вот эта юла, она круче спиннера. Да. Потому что придумали ее больше 1000 лет назад, и она до сих пор используется. Вас много? Да. А на стойбище, где жили, также было детей, ребятишек очень много. И нужно были игры, которые не просто по одному играть, да, а играть вместе. Играли с помощью вот таких палочек. Называются палочки-щел. Вот этими палочками. На разных территориях до 100 игр разнообразных. Самая простая, это когда брали вот так вот. Делали домик, кучку такую. Перемешивали хорошо, чтобы они друг на друге лежали. Садились вокруг. И начинали по очереди доставать отсюда по одной палочке, чтобы ни одна другая палочка не пошевелилась. А все остальные смотрели. То есть я достаю, а вы смотрите, да? Пошевелилась? Нет. Нет. Дальше продолжаем, да? А сейчас? Нет. Внимательно смотрим. Да. Все, я ход пропускаю, следующий беру. Да. И пока палочку так по кругу собираем, пока палочка не кончится. Она вроде, казалось бы, кажется простой, но на самом деле очень сложная. Запомнили, как называются эти палочки? Конечно. Как? Называется правильно. Палочки щел. Щел. А теперь все вместе. Готовы? Помимо того, что мы играли игрушками, всегда еще были инструменты музыкальные, которые также учились играть. Раз мужчина у нас был на охоте, на рыбалке, маленькими детьми занимались бабушки в основном. Потому что женщины, они рядом с жилищем всегда. Очень много дедушки с бабушками знают, поэтому занимаются. И вот такие инструменты костяные были. Тумран называется. И варган. Вот эти сделаны из оленей косточки. И звучит он следующим образом. Можете даже закрыть глаза и представить, что вам показывает музыка. А потом мне скажете, да? Наверное, что-то веселое увидели, да? Звук издается за счет этого язычка. А губами я его приношу, чтобы вам слышно лучше было. Можно делать вот так. Но это тихо, да? Да. А когда я подношу сюда? Громко. Во-первых, громче. А во-вторых, с помощью языка я могу мелодию играть. Но теперь мы с вами подведем итог, да? Повторим все те слова, которые мы сегодня узнали. Первое слово у нас какое было? Сумочка женская рукодельная как называется? Туша! Правильно, молодцы. А нитка? Да! Палочки у нас как называются? Все! Ну и музыкальные инструменты, да? С веревочкой у нас как называется? Тумла! Тумла! А без веревочки? На этом наше занятие, урок заканчивается. До свидания. Спасибо!